Хочешь сказать что-то украинцам? Да, извините, простите меня и всех, кто считает, что не прав, что сюда пришел. Искренне извините и простите. Я не вел бой здесь, ничего не вел. Это страшно. Война – это очень страшно. У меня у самого ребенок. Я не представляю, если бы это было в России где-нибудь. Это ужас. Татьяна, что ты хочешь сказать? Думайте головой. Не все так просто, как говорят по телевизору. Здесь тоже живут люди, дети, женщины, бабушки, обычные люди. Думайте головой, прежде чем сюда ехать. Ты искренне говоришь? Вот. Да. Мы тебя не мучаем? Нет. Все нормально? Мне просто... Это реально страшно и больно, война. Никогда не думал, что я попаду на такое. Сейчас я успокоюсь. Просто это реально страшно. Когда здесь мирные жители, идет война, снаряды летают, это вообще ужас. Трупы. Ад.